И дальше это все пространство мышечной российской ментальности. Это наша тоска, да, расширение своего пространства и творение смерти. Вот за что нас боится Европа. Вот за что нас держат. То есть это мордовская ментальность? Умница. Умница. Образно говоря, образно говоря. Постойте, мордовская, а тогда это финская? У графины, мордва и так далее. То есть пространство сибирского охотника. Он мамонта не ростил, он живет хоп и бежать. Хопком. Основа москвайской ментальности. Хопок. Хоп и бежать. Хоп и бежать. Лужков. Хоп и отпустили. Ну если он потерял доверие, за что он потерял давление? Где судебное решение? За что и так далее? Ребята, ну что мы своих-то будем? А? Придет сейчас следующий, опять хапнет чего-то, и опять убежит. Вот и все. Все свои. Все свои. Все охотники. Хапай, беги, хапай, беги. Хапай, беги. Кто мамонта, кто теленка. А кто вообще неизвестно что. Очень глазастенький это увидел. Ну а что, действительно, вон возьмите Кипр, Испанию, это хап и убежал и туда. Туда. Хап и туда, хап и туда. Все, вот. У мечта я многих, да. Надо бежать, надо, да. Мне хватит. Да. Вот мамонтятина есть, слава тебе, Господи, понимаешь? А почему финны, они же тоже там от мордвы, да, и как бы он этого не. Не бежать закона, а послушать. Ну, Европа худо-бедно как-то влияет. Кстати, финны живут аж туда, аж чуть ли не на Чукотке. Там, у графины там тоже есть. Да, все, да? Ну, еще раз повторю, это пространство северного охотника. Пространство северного охотника, понимаешь? Которое живет только охотой, только убийством. Убил, значит, жив. Не убил, умер с Богом. Поэтому ментальность убийцы, она вот здесь вот произрастает. И если убийство моя профессия, моя функциональная обязанность, ребята, за стенами живут враги. А раз он враг, я имею право его убить. Опаньки. Помните эту систему Советский Союз? Ага. Железный занавес, за которым жили враги, которых я имею право убивать. Назначить врага и реализовать свой некрофильный инстинкт. Вот это политика. Вот это нацизм.